Если облику вашего дома не хватает перемен и вы хотите освежить его, не потратив при этом всю годовую зарплату, то подходящий для вас вариант – это косметический ремонт. Услуга косметического ремонта подразумевает обновление дизайна квартиры и устранение возникших со временем дефектов, например, вышедшей из строя сантехники или вздувшегося линолеума. Ну а какие виды работ включают в себя косметический ремонт, мы сейчас рассмотрим на примере этой двухкомнатной квартиры по адресу улица Аврора, 119. Здесь уже 2 недели идет ремонт. За это время наши мастера осуществили демонтаж старой отделки, подготовили поверхности и сейчас заканчивают финишную отделку новыми материалами. Благодаря изоляционным и амортизационным свойствам подложки из фанеры появляется срок службы ламината и улучшаются его функциональные свойства. Стоимость нового пола в этой квартире составила 790 рублей за квадратный метр. В этой квартире потолки были окрашены, но при косметическом ремонте можно установить натяжные потолки по цене около 500 рублей за квадратный метр. Также здесь была осуществлена полная замена старой электропроводки. Скоро здесь будут установлены новые розетки и выключатели. Мастера сначала простродили отверстие в стене, через которое проложили провода, затем отверстие зашпаклевали. Стоимость всех электромонтажных работ в этой квартире составила 25 тысяч рублей. Стоимость работ с поклейкой обоев – 440 рублей за квадратный метр, на кухне с укладкой плитки – 850 рублей за квадратный метр. В ванной на стену была уложена новая плитка с применением грунтовки бетон и контакт. Такая грунтовка обеспечивает отличное сцепление плитки с поверхностью стены, надежно и крепко фиксирует ее. К дополнительным работам при косметическом ремонте, помимо электромонтажных и сантехнических работ, относят работу по установке окон и дверей. В этой квартире были установлены 3 оконных конструкции КБЕ Greenline, изготовленные по бессвинцовой технологии, полностью безопасные для человека и окружающей среды. Материалы для ремонта закупал сам заказчик. Наш бригадир оказывал ему помощь в подборе материалов. Через неделю ремонт этой квартиры будет закончен, и вы сможете увидеть полный видеоотчет о готовом результате.